Күтүкнен. Этәк табаллах сакам херен бар жону. Күндү бир дай улаштыр. Ис сүрэк биттен. Эгени күтүләр браник бүттен. Үрүнг тунахыганан итидик isteгнех агарделибен. Өхөр пөт хырдыктына казбит дебет сүрэгәр, сайын келбетин уруйдур. Сәнга канаттыр. Тукъада та насбет уддук жолу үрөнү көтөнү беләкдир. Уважаемые якутяне, дорогие мои сограждане, от всей души горячо и сердечно я поздравляю вас с нашим прекрасным праздником Исах. Каждый год с наступлением благословенного лета Исах согревает наши сердца. Он вдохновляет нас и дарит ни с чем не сравнимое счастье и радость. Мы счастливы жить на родной земле, великой и прекрасной. Мы рады жить в окружении родных людей с любовью и пониманием. Сегодня мы вместе, всей многонациональной республикой, встречаем наш светлый праздник. Дорогие мои земляки, с незапамятных времен, когда народ Саха обрел родину на огромной суровой земле, ИСЭХ стал олицетворением доброй воли и дружелюбия якутян. Во все времена, благодатные и нелегкие, народный праздник дарит нам возможность ощутить единение, осознать красоту души и силу духа народа. Уже второй год вместе со всем миром мы противостоим небывалой опасности, угрожающей человечеству. Сегодня главное – это здоровье и жизнь каждого человека – Главное – это сохранение нации, сбережение будущего. Поэтому мы отмечаем наш эсэх, отступив от вековых традиций, не собираемся вместе на праздничном тюгюльге, не встаем в тесный круг Осохая. Но я уверен, в душе каждого из нас все так же тепло отзывается Таюк, а в сердце рождается предвестие радости и счастья. Так было всегда в грозные военные годы, в годы тяжелого труда восстановления страны. И сегодня, в дни непростых, нелегких испытаний, мы также сильны, также едины. Ничто не может остановить нашего движения вперед, когда мы живем на родной земле, наполняя ее жизнью и созиданием. Якутия работает, строит, учится, Якутия живет. И в этом заслуга каждого из вас. Я горжусь вами, уважаемые сограждане, я искренне благодарю вас всех, дорогие мои. Уверен, жизнеутверждающий дух Исеха дает нам силы и уверенность дальше идти по жизни, трудиться и созидать ради счастья и благополучия каждого якутянина на благо нашей родной республики и всей нашей великой России. Дорогие друзья, в эти летние дни солнце еще ярче освещает нашу родную землю, всю нашу жизнь. Так пусть светлый праздник укрепит в ваших сердцах радость и любовь, подарит душевное равновесие и благополучие. здоровья, мира, добра и успеха вам и вашим близким. Кюнду дугуттур, бир дойду лақтырым. Урюнг туна таптыр дойду бұтуғар, алғыстақ болу. Қаз бит дебетегер, жекерген метегер, жолы хоргуну тос койду. Күйс бүтугер, күйс әптен, әрелбетін бөргөттін, сайды ханға холларын арайдын. Кытанақ дору жолы хоргуны хияқа, Ис сүрек біттен бағарабын. Үйіну хайды бігетірек, әйгені жегірген етін, чугас жонғытын тулалы ғырыттын. Үруй, ай, хал!